Обалдеть! Ты правда на это решилась? А вам не кажется, что это слишком жестоко? Да брось, она это заслужила. Разве она виновата, что запала на Майка? А с какой стати она на него вешается? Я просто защищаю Эми. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. Нет, Эми, я ничей парень. Конечно, конечно, милый. Папа сказал, на выходных мы одни. Джош! Джош! Ну ты даешь. Да, братец, ты, как всегда, отличился. Господи, ну что там опять с нашей наивной сестренкой? Твоя записка. Рад, что ты пришла. То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. О, да, детка. О, Господи, она раздевается. Что? Господи Боже! Мэтт, что вы здесь делаете? О. Ханна! Прости, Ханна, Ханна. Нет, стой! Нехорошо. Это просто такая глупая шутка. О. Черт! Вот вы, подонки! Вы все! Ханна! Ребят, там кто-то ходит. Что за хрень? Ханна! Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Что вы сделали? Мы дурачились, Бет. Ну, пошутили. Да вы дебилы! Ханна! Ханна! Ну, может, догоним? Знаешь что, Майк, тебе она сейчас вряд ли обрадуется. О, черт!
Эй! Эй! Замерзнешь совсем. Вот, держи куртку. Я такая дура. Идиотка. Ханна? Ханна! Прежде чем мы начнем, послушай меня. Очень важно зарубить кое-что себе на носу. Никто не в силах исправить прошлое. Оно нам не подвластно. С этим надо смириться, чтобы жить дальше. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь, все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом, когда будешь играть в игру. Каждый твой выбор влияет на твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. Итак, ты хочешь приступить к этой игре? Большой шаг. И я буду тебе помогать. Порой эти вещи бывают немного страшными. Даже жуткими. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию, я всегда помогу тебе найти из нее выход. Ладно. Начнем с простого упражнения. Пожалуйста, переверни карту и посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. Итак, какие чувства вызывает у тебя эта картинка? Но только честно. Хорошо. Что именно в ней самое приятное? Солнце. Ясно. А каким словом ты опишешь свое отношение к темноте? Страх? Вот как? Любопытно. Я родом с севера Швеции. Там ночи длятся по 18 часов. Ха-ха-ха.
Как думаешь, почему ты боишься темноты? О, нет. Нет-нет, не все. Но это вполне естественный страх. Темнота ведь, по сути, нечто незримое, а это значит неизведанное. А что может пугать больше, чем размышление о неизвестности? Увы, время нашего сеанса истекло. До скорой встречи. А пока рекомендую держаться по возможности подальше от темных мест. Сегодня годовщина ужасной трагедии, разыгравшейся на горе Вашингтон. Риф Энни Клайн вела расследование. Спасибо, что позвали. Скажите, удалось ли приоткрыть завесу над исчезновением девушек? Год назад сестры Вашингтон вышли из дома своих родителей в метель и больше не вернулись. Убийство? Официально нет. У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтона. Требовал прекратить строительство, заявлял, что это священная земля его предков. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Мои люди обыскали тут все. Девочки не могли бы уйти так далеко. Трагедии не в первый раз случаются на этой горе. И не говорите. Спасибо за рассказ. Болезнуем этой семье. Сыну Джошу спустя ровно год после таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Ну, здравствуйте, друзья. Так, нет, еще раз. Так, ну что, привет, мои друзья. Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя. Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать, самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой, но я хочу, чтобы вы знали, я очень ценю нашу решимость, и я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Ну, в общем, ладно, так. Короче, теперь мы оттянемся как порнозвезды. Поездка будет просто незабываемой. Готовы? Да!
Есть там кто? Малышка, есть хочешь? А? А, черт! Эй, не бойся. Вот так. Ну давай. Красотка. Класс. Крис, ты здесь? Сумка есть, а где сам? Ты же не в сумке! Ну-ка, что тут у нас? Ага, какие люди! Здорово! Крис! Напугал! А, извини, ты моя секретарша? А, он звонил! Ну-ну. Спасибо, дальше я как-нибудь сам. О, кстати, я нашел кое-что любопытное. Что? Не скажу, сама увидишь. Идем сюда. А куда? Тут близко. Ты обалдеешь. Та-да! Круто, а? Да! Ты смотри, какая прелесть! Прелесть? Тут не совсем подходящее слово. Зачем это здесь? В смысле? А нафига устраивать стрельбище у подножия лыжной базы? Слушай, а ты знакома с отцом Джоша? Ну да. Ну, он типа большой охотник. Попробуешь? Давай лучше ты, ковбой. Ладно, начнем.
Ух ты! Молодец, ковбой! Вот так. Готов. Так будет с каждым. Не спеши задирать нос. Просто новичкам всегда везет. Везение тут ни при чем. Ну, попасть в большую бутылку с такого расстояния может кто угодно. Пойму, ты стрелять вообще собираешься? Эй, снайпер, ехать пора. У меня только начало получаться. Пошли, фуникулёр подъехал. Класс! К нам явится самый опасный преступник страны. Кто-то явно так и думал. Да брось, большую часть года здесь никого нет. Полная тишина. Странно. Заперто. Да. Джош просил держать ее на замке, чтоб никто не влез. В смысле? Кто не влез? Не знаю. Говорит, туда вроде бродяги забирались. Пипец. После вас. Какой джентльмен. Я думала, вагончик ближе. Ну, подождем. Теперь мне хоть понятно твое желание убить время на стрельбище. А сколько его ждать-то? Ну, гора высокая. Да. Днем она такая красивая, а ночью страшная, как спящий великан. Книжку издашь? Что? Стихи свои. Спящий великан Блэквудского леса. Ой, помолчал бы. А? Наконец-то идешь? Ну, вообще-то я хотел остаться здесь и вздремнуть, но ладно. Как на выпускной едет? Поехали! Ура! Приключение! Ой, надеюсь, мы не пожалеем. Чего? Что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Да, вот это уж точно. Я вообще никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. От него всего можно ждать. Я за него боялась. Да, да, это хорошая идея. Только бы остальные тоже так думали. Ну, мы же приехали. Спасибо. Гора с плеч. Знаешь что, давай не будем говорить о прошлом. Хорошо же едем. Да, точно, ты прав. Знаешь историю с Джошем? Нет. Окей, третий класс. Джош сидел на задней парте, а я впереди. Мы вообще друг о друге не знали. Но сосед Джоша стал дергать сидевшую перед ним девочку за лямки лифчика. И учитель пересадил его вперед, а там сидел я. Ну и? А меня посадили назад. И? Рядом с Джошем, вот и все. Мы познакомились и дружим. О да, рука судьбы. Если бы Джинни Смит не отрастила себе сиськи аж в третьем классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так. Ну или вообще с кем-то другим.
бум! Эффект бабочки! Ой-ой-ой, кто-то приехал. Пойду поздороваюсь. Что за фигня? Джесс, эй! Джессика, сюда! Что-то я не понимаю, в чем тут прикол. Мы не можем отсюда выйти. Можешь нас выпустить? Пожалуйста. Охренеть! Я думал, нам конец. Еще 10 минут, и я бы начал грызть свою ногу. Ой, фу, Крис. У меня на костях много мяса. Там сплошные мышцы. Да, точно. Ага. Эй! Крис! Я следую урокам Сэм. Тайные мысли других для меня всего лишь источник развлечений. Не будь свиньей. Вот это да! Вы посмотрите, кто-то втюрился в нашего хорошего друга и уважаемого президента класса Майкла Монро. Крис. И что же такого страстно-эротического может вообразить наша Джессика? Интересно. Эм с Майком расстались. Мы теперь вместе. Ух ты, драма. Вовсе нет. Все прошло гладко. Я есть, Эми нет. Ладно, ладно, нам уже пора идти к дому. Мне надоела вся эта природа и рухлядь. Да, вы идите. А я немного подожду здесь. Вдруг кто-то еще приедет. То есть Майк? Что? В общем, ну, кто-нибудь. Ага. Сэм? Как тебе вид? Просто с ума сойти. Иногда хочется просто стоять и смотреть. Не понимаю, почему было не построить дом поближе к фуникулёру? Вряд ли тут он смотрелся бы так же красиво. И где носильщик, когда он так нужен? Меня трясет. Почти дошли. Я к тому, что немного страшно. А, да. Мы снова соберемся здесь, все вместе. То есть, ты думаешь... Ой, господи! Ребята! Майкл! Чума, вы бы сейчас себя видели. А если бы у меня сейчас рука дернулась? Класс! Майкл, ты свинья. Да ладно, мы же друзья, правда? Зачем ссориться? Это безобидная шутка. Мы же в лесу, в зловещем лесу. Давайте проникнемся этим духом. Проникнемся? Серьезно? Ну ты кретин. Я пытаюсь поднять вам настроение. Не будь такой. Какой? Да такой, как сейчас. К тебе не подъедешь. Майкл, я все-таки скажу, иначе выходные пойдут псу под хвост для всех. Вышло неловко, сам понимаешь. Так что давай это признаем и пойдем дальше, окей? Мэтт. Я понял тебя. Понял. Не буду нагнетать. Ага. Значит, мир? Да, мир. Может, еще поцелуетесь? А, конечно, непременно. Вот прямо сейчас. Ну, если серьезно, я пойду вниз, к фуникулеру. Ага. Ну, давай. Пока. Ага. Пока. Черт. Что? А ты не мог бы отнести это наверх? Сумки? Да, только все сумки. А ты? Мне нужно найти Сэм. Ладно. Извини, мне правда нужно. Совсем забыла. Надо поговорить с ней до того, как мы придем туда. А потом нельзя? Почти пришли же. Это важно, Мэтт, пожалуйста. Эм,
Я думаю, тебе совершенно ни к чему ходить тут одной. Серьезно? Холодно и уже темнеет. А ты собрался укрыть меня от темноты? Я оставлю вещи здесь и пойду с тобой. Их никто не украдет. Мэтт, ты издеваешься? Ты не можешь оставить меня одну на 5 минут? Ты так плохо обо мне думаешь? Ты не так поняла. Почему ты меня не слушаешься? Почему всегда споришь? Что бы я ни сказала? Извини, Эм, я просто пытаюсь помочь. Если ты хочешь помочь, просто донеси вещи до дома как можно скорее, ладно? Что ж, ладно, как скажешь. Спасибо. Я встречу Сэм и сразу приду. Да, хорошо. Ничего себе. Готовы снова подружиться. И даже больше, чем подружиться. А разругались-то с треском и фанфарами. О, господи! Мэтт! Эй, оу, извини. Извини, я не хотел тебя напугать. Ну ты даешь, ну, Мэтт! В смысле... Я все-таки хотел тебя чуть-чуть напугать, но, типа, не так вот сильно. Вот дурак, вот дурак! Слушай, Эшли, ну, извини меня, пожалуйста. Ладно, ничего, ничего. Ну, что там? Есть за кем подглядывать? Это... Дай-ка гляну. Это... Да он сломанный, ничего, совсем ничего интересного. Правда? Да ладно. Наверняка там где-то медведь жрет лису или типа того. Нет, не напрягай глаза. Я только взглянула, и тут же голова заболела. Так что не надо. Нет. Ладно. Ну, что ж, как скажешь. Значит, ты как? Выходи с поднятыми руками, ты окружена. Ну что я могу поделать? Что остается нежной юной мятежнице? Только сдаться сильному военному, который пришел взять меня под стражу. А, хитрюга какая. Так тебе. Только попробуй еще раз. Где же ты прячешься, моя девочка синичка? Черт! Эй! Эй! Ау! Эй, Майк! Ну да, подловила меня. Ладно, хорошо. Меня не спрячешься, Майкл. Я тебя знаю как облупленного. Стой, 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 стой. Ладно. Ну что, уже не смешно? Хватит. Ну нет, не хватит. Тебе конец. Победа! Все, моя взяла. Значит, твоя взяла? Ну, может и нет. А откуда такое сомнение в голосе? Так, так, так. И что король Снежков получит за спасение своего королевства от тирании? А-а-а.
в этой игре я выступаю в роли тирана? Ну, все мы играем роли. Сейчас ты получил роль парня, которому не дают. Ух ты. Оставь чуть-чуть на сладкое. Не бойся, останется. Пойдем к дому. Да, а здесь так красиво. Просто бесподобно. Я мог бы остаться здесь надолго, навсегда, если бы мы все время целовались. Только целовались? Ха, и это тоже. Но так за поцелуями можно и замерзнуть насмерть. Да. Добрый день. И как мы себя чувствуем? Ну как? Мой совет избегать темных мест был тебе полезен? На сей раз мы попытаемся отыскать корень твоих волнений. Возьми в руки книгу, полистай. Ты увидишь там картинки и символы. Пожалуйста, ответь мне, какая картинка в каждой группе вызывает у тебя беспокойство? Я тебя напугал. Прости. Ты вообще молодец. Не нервничай. Старайся отвечать быстро. Чем меньше ты раздумываешь, тем правдивее ответ. И тем большего эффекта мы с тобой сможем добиться. Очень любопытно. Ты так стараешься. Спасибо. Пауки, зомби, гром и молнии. Вот так комбинация тянет на хорошую вечеринку. К сожалению, наш сеанс подошел к концу. Ну ничего, мы скоро увидимся.
не кажется, что это слишком жестоко? О, да брось, она это заслужила. Хана! Что такое? Куда это она пошла? Мы просто пошутили, Ханна. Нет, черт! Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Мне нужно найти Сэм. Ничего себе. Готовы снова подружиться. А меня посадили назад. Рядом с Джошем. Вот и все. Бум. Эффект бабочки.